давай вниз. Ну, да. Ну там тоже гоняют. Вон понесет. Так, Руслан поехал на стоковой Ниве. Легко как он прошел. Так, Валера поехал. Сначала через первые две лужи. И дальше. И здесь легко на его колеса. Все легко. Так, ладно, все проехали эти лужи. Теперь едем дальше. Сейчас Валера едет дальше, потом я за ним.
Так, у нас тут овражек нарисовался, да, Серег? Интересный конкурс. Сейчас подснимем. Вот такой овражек. Серега едет первым. Так, Руслан едет на сток Ниве. Ага. Он чуть-чуть правее зашел. Зря тормозит, мне кажется. Так, Валера на своем лифтованном с большими колесами внедорожнике. Тоже легко, но чуть-чуть подразрыл. Ну все, доехали до места пикника. Будем шашлык жарить здесь. Место шикарное. Долго достаточно приезжали через лес. Приходилось убирать деревья, в том числе и поваленные, разрубать на куски, убирать ветки. Маршрут себе готовят для проезда на стандартных машинах, поэтому пришлось повозиться, долго через него ползли. Но интересный, увлекательный маршрут. Много всяких змеек между деревьями. Интересно было. Вот сейчас доехали, здесь будем отдыхать пока что. Машины. Какое место мы приехали сегодня еще. Здесь получается плотина, которую сделали бобры. Не экипаж бобры, а реально бобры. Кто знает, кто знает. А вот и экипаж бобры. Блин, это реально плотина бобров. Вот эти. Да, это реально плотина бобров. Торчащие. Вот такая плотинка. Она прям реально работает. И вот это все сделали бобры. Вот такой уровень воды подняли. Вот Серега подсказывает, что здесь плавают, как у себя в домашнем бассейне, бобры. Достигли сегодня финальной точки на маршруте. Это Гремячий ключ. Кто ездит по оффроуду около Московского, он знает это место. Сейчас будем качаться и ехать обратно. Сегодня круто проехали. Сереге большое спасибо, что пригласил. Классный маршрут, всем рекомендую. Если Серега будет собирать какие-то экспедиции, туда присоединяться. Интересно, ехать можно на стандарте. На этом всем пока, до следующих видосов.